Так. Вы в Абрамов тоже? Как вас зовут? Где находится этот датчик? Да, тоже без бейджика. Да, смотрите, меня зовут Антон. Антон, пожалуйста. У нас такой. У нас завод, мы перерабатываем вторичное сырье и делаем полный цикл производства теплиц. Сейчас уже вот сделали такую маленькую теплицу и аэропонную установку. Это полный цикл того, что мы производим. Вот для нужд фермеров, что ж такое это у вас? У нас такая теплица двухъярусная для, по программе Министерства сельского хозяйства. Вот. Мы будем на приложение здесь на Хакатоне сделаем что для Фуднета, приложение, да, персонализированного питания, для того, чтобы можно было выращивать. Ну, выделять какую-то секцию из такой теплицы, потому что когда у нас промышленное производство, это как бы невыгодно. Но мы можем выделить 10%, где клиент будет сам себе выращивать и заказывать какие-то уникальные, ну, таргетировать свой продукт. Там, допустим, его будут поливать под какую-то музыку, либо будут поливать под биопонику, и у него будет появляться возможность заказывать это продовольственные корзины. Вот у нас решение для того, чтобы модернизировать наше здание, опять же, по такой же технологии. Мы сейчас его как бы тестим, где это можно все сделать. Нашли одну крышу в Москве, вот это будет пилотный проект. Это модернизированная такая технология. И для всего для этого будет работать приложение, которое мы можем выбрать, что выращивается, заказать определенную грядку и получить продукт у себя дома. То есть это по большому счету для городов, потому что для других решений, как бы, ну, промышленные теплицы немножко по-другому. На прошлом хакатоне сделали блокчейн для аграрного проекта, чтобы объединить кооперативы. Вот. Не будем пользоваться этой разработкой, чтобы здесь сделать с нуля именно приложение, которое будет так быть нечестным. Не могу показать вам что-то с этим бейджиком. Кто вам нужен? У нас как бы нужен фронт-энд, бэк-энд разработчик, те, кто будет железом работать. Я вот с ребятами пообщался, в принципе, никто не нужен, все тут есть. Как бы мы организуем, сейчас кооперируемся, все будет хорошо. Отлично. Спасибо. Бейджик, пожалуйста, сделайте, сделайте себе бейджик, на регистрации. Сделайте себе презентацию на этот лист. Пожалуйста.